Здравствуйте, это обзор щипчиков получается. Ну, какая их не острота получается. Это с Чеди, но Ленинской. Вообще запросто отходит. Целлофан тоньше получается, я выбрал. Тоньше кожи. Вообще легко. Запросто легко работают, да? Все щипчики сейчас точим получается без пяточки, вот это с пирамидкой тоненькая, тоненькое лезвие. Ну прям тоненькая, тоненькая. И внутренняя полировка идет. Полируем. И полируем полностью щипчики специальной пастой, которая обновляет металл, именно обновляет его, а не просто полирует его. Ну все, приятного всем. И все-таки вот ножницы маникюрные, обзор тоже. Тоненькие носики точим. Алмазная получается заточка, острая. Кожу берет запросто, легко.